Йоу, всем привет! Это Чирита, Illusion of Exist, Evolvers, Original Squad. И я с вами на Break Advice, ай! Итак, сегодня я с вами поделюсь своим любимым переходом, который сопровождает меня почти все время, когда я танцую, это 10 лет. И называется он простым языком «Корейская подсечка». Это движение я первый раз увидел в 2004 году, когда мне подарили кассету «Bibo Unit 4». И практически все бибои, которых я там видел, так или иначе видоизмененно делали это движение. И с тех пор это движение тоже со мной. И сегодня я с вами им поделюсь. Итак, сама корейская подсечка в батловом быстром варианте выглядит вот так. Сейчас я вам его объясню поэтапно. Для начала заходим, садимся на правое колено. Это у нас будет стандартный заход на него. Теперь рисуем полукруг левой ногой и одновременно на правой руке опускаемся, как будто отжимаемся на одной. То есть вот, рука дошла до упора, вы на груди. Еще раз. Полукруг, отжимание, грудь на полу, нога до конца. Все, остановились. Окей. Повторяю последний раз. Полукруг. Отжимаемся. Потом согнутая нога выпрямляется для большей амплитудности. Ноги доходят друг до друга. Подъем на коленках и удар. Еще раз. Полукруг. Отжимаемся. Нога просыпается, ноги встречаются. Подъем на коленках, удар. Итак, что касается заходов. Самый легкий, самый стандартный, который сразу бросается, так сказать, в глаза, это просто сверху. То есть, получается, сверху мы заходим на ту же коленку и делаем само движение. Вот. То есть, пам, пам. Окей. Это самый легкий заход. Далее. Есть также заход с футворка. Он выглядит более эффектно. Можно так даже сказать, это не с футворка, а таким с прыжком за ворота. Окей, вот отсюда. Получается, мы просто ставим левую руку, ставим правую и прыгаем. Пам. Итак, каждый, я думаю, на этом движении сможет придумать что-нибудь свое, какой-то свой заход или же свой сход, или там, не знаю, какую-то хват руками или еще что-нибудь. Но в основном я его использую для захода на какие-то свои фишки или фризы. Вот, например, одна из вариаций. Итак, всем спасибо за внимание. С вами был Бибой Чирита и ваш любимый Break Advice. Break Advice.